Театральные группы. Какие? Музыкальные. Ну, Браво, например. ДДТ. Еще какие были? Мираж. Ясно. Нет ли среди них группы с каким-нибудь нежным мелодичным названием? Ну, может быть, Соло? Как ты думаешь, Соло это мелодичное название? Возможно, как красиво звучит соло. А послушать нельзя? Можно. Сейчас вокальный ансамбль Соло. Руководитель ансамбля Седа Меджлумян. Песня на армянском языке. Музыканты, заморожу. Девочки ждут. Да. Молодые.